ядерном центре в НЕЭФ побывала делегация директоров национальных лабораторий США и ядерно-оружейных институтов Росатома. Миссии международного сотрудничества – ответственность за укрепление глобальной безопасности и сохранение положения о нераспространении. Я нахожусь под большим впечатлением от качества работ, от тех возможностей, которые наши российские коллеги предложили для сотрудничества. Эти материалы являются основанием для подписания меморандума, где констатируются принципиальные возможности реализации таких контактов. Представители Министерства энергетики, зеленых технологий и водных ресурсов Республики Малайзия посетили Калининскую атомную станцию. Основная цель визита – знакомство с российским опытом сооружения и эксплуатации атомных станций для последующего сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Я думаю, что ваша станция может служить хорошим примером для тех стран, которые планируют в дальнейшем строить АЭС, как, например, Малайзия. Мы планируем учиться на вашем опыте. Семинар по комплексной оптимизации производства прошел на приборостроительном заводе. В Трехгорной съехались представители 15 предприятий ядерно-оружейного комплекса для того, чтобы увидеть своими глазами, как ведется работа по внедрению инструментов ПСР в заводских подразделениях. ПСЗ у нас является показателем площадкой, и результат уже начали появляться. И я думаю, что те практические производственные вопросы, технологические изменения на заводе окажутся очень полезными для специалистов других предприятий. На Смоленской АЭС прошла миссия технической поддержки Всемирной ассоциации операторов АЭС. В миссии приняли участие эксперты Атлантского, Парижского и Московского центров. Цель миссии – улучшение работы Смоленской АЭС по использованию показателей эффективности. Как сообщил в ходе встречи главный инспектор Рамиль Галиев, Смоленская АЭС 2-3 раза в год инициирует проведение технической поддержки, поскольку данная форма работы всегда приносит хорошие результаты. День молодежи под эгидой уранового холдинга АРМЗ и ОАО ПБГХО прошел в Краснокаменске. К этому дню навели порядок на территории Поклонного креста, в разгар праздника продолжили облагораживать территорию города. Желающие смогли принять участие в посадке цветочных клумб и побелке бордюров. Наш город действительно преобразился. Мы побелили бордюрчики, посадили цветы. Город стал чище и красивее. Я надеюсь, что экологическая культура города после этого мероприятия возросла.